Всем привет! С вами канал отдыха и путешествий Fritids Tour. Это видео о городе Чигирин. Город Чигирин находится на расстоянии 63 километров от города Черкассы на реке Тясмин. Это красивый парк на въезде в город. Здесь музей археологический небольшой. Это центральная площадь Чигирина. Город ухоженный, красивый, зеленый. Это музей Богдана Хмельницкого. Вот здесь мы кушали. Очень недорого. Обед всего комплексный 2 доллара стоит. Итак, о музее. В музее Богдана Хмельницкого большая коллекция картин. Это в основном портреты гетманов и картины сражений. Знамена, оружие, латы. Много разных красивых экспозиций. Но здесь я не буду это показывать. Приедете, посмотрите, для вас будет очень интересная экскурсия. Рядом с музеем находится резиденция Богдана Хмельницкого. Она восстановлена, но пускают сейчас только в одно помещение, к сожалению. В остальных идут еще реставрационные работы. В этом помещении собрана коллекция картин, оружия, личных вещей. В основном это портреты гетманов и политических деятелей того времени. Знамена. На территории резиденции очень приятно погулять. Посетителей здесь немного, что тоже приятно. Никто вам не мешает, вы себе одни здесь. Наслаждаетесь видами, свежим воздухом, пением птиц. Над резиденцией Богдана Хмельницкого находится замковая гора. На этой замковой горе построен памятник Богдану Хмельницкому. Ступеньки наверх пологие, везде тенек, лавочки. Подниматься туда не тяжело. В парке зелено, парк чистенький, ухоженный. Красивый парк. Людей здесь немного опять-таки. А вот крепость Дорошенко. Крепость полностью восстановлена. Можно подняться по лестничке на второй этаж и насладиться красивым видом на город Чигирин. Сюда водят немногочисленные экскурсии. Но мы были одни без экскурсии. Вот здесь камни такие красивые, переходящие местами в скалы. Небольшое озерцо. Правда, мало воды в этом году, поэтому озерцо такое имеет нереспектабельный вид, к сожалению. Вот эти скалы красивые, о которых я вам говорила. Здесь очень красивые фотографии получаются. Очень экзотичное место. Будет у вас возможность, желание, обязательно приезжайте в Чигирин. Получите массу удовольствия от посещения этого города. Это памятник Богдану Хмельницкому.
Возле него смотровая площадка. И весь город как на ладони. Вот небольшую церковь восстановили на Замковой горе, памятники. Со смотровой площадки возле памятника Богдану Хмельницкому открывается красивый вид на город и на речку Тясмин. На речке Тясмин местные жители устроили себе импровизированный пляж, навезли песка, поставили зонтики, столики, открыли кафе рядом. Мы здесь, правда, не купались. Нас напугала зеленая субстанция, которая находится в воде. Вот, но местные не боятся, купаются. Итак, всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!